ЧБШФ Николай Дмитриевич 1866, генерал-майор свиты Его Величества. Биография: происходил из дворян Калужской губернии Чебышавых, сын полковника Дмитрия Сергеевича Чебышава, мать Анна Петровна. Воспитывался в Петербургском благородном университетском пансионе и в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Поступил на службу в лейб-гвардии Измайловский полк в 1835 году, в 1850 году в чине капитана он был назначен флигель-адъютантом Николая II, произведен в полковнике в 1852 году, участвовал в Крымской войне, в 1854 году был отчислен в свиту Его Величества, в 1857 году назначен командующим гренадерским лейб-гвардии полком, а 30 августа 1858 года произведен в генерал-майоры с назначением в свиту Его Величества и с утверждением командиром полка. 3 августа 1862 года был отчислен от должности командира с оставлением в свите.